Всем привет! Ребят, сегодня будем демонтировать, снимать щиток приборов Honda CR-V 2010 года. Так вот он выглядит. Здесь, в принципе, ничего сложного. Вот эту пластмассовую рамку на себя дергаем. Тут одни защелки и все. Для этого мы руль максимально вниз и на себя выдвигаем, чтобы у нас удобство побольше было. И просто на себя ее дергаете. Ну, конечно, лучше аккуратно. Вот он снялся. Дальше у нас один сверху саморез, справа и слева по одному. Саморезы выкрутили, вынимаем панель. Так, в панели фишка у нас обычная. Флажковая, раз, и вон там вон слева вторая. Все, панель приборов Honda CR-V у вас в руках. Если вам нравятся мои видео, попрошу поддержать меня. Меня это мотивирует снимать для вас дальше всякие автоништяки. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.